Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся в экотехнопарке SkyWay, где идет монтаж последней фермы первого разворотного кольца грузовой линии. Ждем Михаила Петровича Костюкова, который расскажет нам в подробностях о том, что же здесь происходит, а почему именно его, узнаете чуть позже. Ну что же, выдвигаясь на боевую позицию, для чего мне надо облачиться в свои боевые доспехи, то есть в каску. Работы в настоящее время ведутся на двух разворотных участках грузовой путевой структуры. На одном из поворотных участков у нас заканчивается монтаж фермы со стрелкой. На второй путевой структуре, на разворотном кольце, у нас ведется монтаж по усилению и по приварке поясных стыков ферм. Ну и, по-моему, там вовсю также кипят работы по погрузочно-разгрузочному терминалу. Точно так. Завершены работы по железобетону, и сейчас ведутся работы по монтажу металлоконструкции бункера погрузочно-разгрузочного терминала. Хотелось бы задать вот какой вопрос. Мы давным-давно уже рассказывали о том, что первое разворотное кольцо делается, оно было почти готово. И вот только сегодня мы видим, монтируется последняя ферма. Как я понимаю, тут дело за вами была задержка, то есть вы не принимали ее, то есть какие-то были проблемы с качеством. Расскажите, пожалуйста, прокомментируйте. Вы практически готово уже все. Практически готово было это разворотное кольцо, и речь шла только об одной ферме, но мы не могли ее принять по двум причинам. Во-первых, была недопоставка, недокомплекта одного из элементов, очень важного, в стрелочке должен был установлен подшипник. И второе, были требования по качеству. Как известно, у нас требования очень серьезные, и мы требуем от наших поставщиков обязательно исполнения их в соответствии с нормативами. Спасибо большое. Тем не менее, мы видим здесь, что работа не заканчивается, привезены еще дополнительные металлоконструкции. Что по завершении разворотных колец будет делаться на этом участке? Значит, таким образом, разворотные кольца, они соединят прямой участок, который вы видите длиной 150 метров, и две анкерные опоры между собой. И будет сосредоточено внимание на выполнении работ по обвязке металлоконструкции погрузочно-разгрузочного терминала, то есть самого бункера. И металлоконструкции, которые должны быть смонтированы, то есть будут смонтированы стойки, будет смонтирована транспортерная лента и будет организован конвейер. Как Афесту успеем? Конечно, успеем, все в наших силах. Работы ведутся в соответствии с проекта производства работ и в соответствии с графиком строительно-монтажных работ. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда в вашей жизни все будет только наивысшего качества. Строй SkyWay! Спасай планету!